мы жили в одной стране раньше с Харламовым и с вами. И номер посвящен министру иностранных дел России, потом он был президентом Грузии, Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, «Нынешние дни». Наше время. Наше время. Я к вам приехал по очень важному вопросу. Я просто очень человек умелый руки. Я очень много всего могу. Могу, например, деревья и кусты с секатором в форме птичек и растений вот так листечь. Могу вот кока-колу трубочку опустить и дунули вот так. Получается. Могу вот так в руку пульт от телевизора взять, спрятать за спиной, этой рукой делаю так, как будто я рукой переключаю каналы, а там нажимаю. Могу пиво взять вот так глазом, а сам ртом вот так делаю, как будто я глазом открыл пиво. Могу вот так дневник взять, на целлофановой обложке обвести слово «дневник» и потом оттянул, получилось «дневник-дневник». Могу еще так делать. Могу взять листок бумаги, нарисовать здесь советские танки, здесь фашистские, здесь сделал пятно ручкой и нажал, и посмотрел, там попал или не попал. Могу сделать. Могу два спичечных коробка вместе с ниточкой соединить из одной комнаты в другую, как грация говорит. Могу вот борщ принесли, в нем сметана, ложкой так сметану взять, чтоб борщ не замешался сметаной. Так съесть сметану могу. Могу из яблока взять ножиком вот так разрезать, переставить, чтобы лебедь получился. Возьмете меня на работу? Ишь, какой хитрый. Хитрюга просто. Не могу его взять на работу, Эдуард Амвросиевич. Почему, нет, Борис Николаевич? Самого никакой работы нет. Ну я же могу кока-колу трубочку засунуть, дунуть и... Ишь, какой хитрый. А я что буду делать? А? Ну, пожалуйста, возьмите меня. Что буду делать, а? Я могу пультом, могу как птички рисовать.